Всем привет, это ТопДота, и сегодня я подготовил для вас 4 пасхалочки. И я уверен, что хотя бы одну из них, а то и все 4, вы не слышали до этого момента. Так что давайте заранее наберем 2000 лайков, и я постараюсь выпустить следующую часть. Поехали! Думаю, вы на моем канале уже видели ролики с посылками из магазина сувениров Aman Market. В нем вы можете купить себе кружку, чтобы пить чаек, фигурки по доте, чтобы возле Моника поставить, повесить на ключи ДК хук и накупить еще много разных крутых штук. Если хотите показать друзьям, кто здесь главный дотер, то заказывайте себе такие же ништяки с бесплатной доставкой по ссылке в описании. Кстати, там сейчас идет жесткая распродажа. Сегодняшний видосик выделяется тем, что все подобранные мною пасхалки не являются какими-либо фразами героев, а ведь большинство отсылок и скрытых приколов доты спрятано именно что во фразах и очень редко в чем-то другом, так что выпуск довольно уникальный и надеюсь, что он вам понравится. И первую пасхалочку вы можете найти прямо в меню нашей дотки, а сделать вы это можете начиная с выхода реборна. Для этого идем в режим кастомок и создаем свое собственное лобби. После этого нажимаем на слово пароль и выключаем звездочки. Как вы видите, здесь нам Вольво подгенерировала не какие-то безинтересные хаотичные символы, а прямо слова и словосочетания, некоторые из них очень рафляные. Например, до записи мне попадался укуренный айсфрог, украденный ММР, что-то там про Даруда Сэндсторм и даже что-то про капу с твича, точно не помню. В общем, забавных фраз, а иногда даже и мемов, дота здесь генерирует очень и очень много. И это что ни на есть настоящая пасхалочка, которая меня приятно удивила. Следующая пасхалка для нас уже практически недоступна, и насладиться ею очень непросто, потому что она была спрятана в ивенте в Race Night, который уже пару лет как закончился. Но если вы как-то камбэкнетесь в те времена, что кстати можно сделать через соответствующую кастомку, то при поражении в конце матча можно будет насладиться надписью You Defeated, выполненной в очень знакомом для фанатов Dark Souls стиле. Да, это прямая ссылочка к этой серии игр. Если в Dark Souls вы не играли и оценить не можете, то вот вам наглядное сравнение. Думаю, фанатам это сильно доставило. Если бы я был таковым, то эту фишку сразу бы заметил. Пасхалку под номером 3 вы найдете в комиксе на Акса, который вышел уже более года назад. Вполне вероятно, что многие из вас тогда вообще еще не играли в доту, а многие пробежали этот комикс без лишнего пристального внимания, так что думаю, что чекнуть будет интересно, тем более, что пасхалка тут, можно сказать, даже не одна. Итак, первую скрытую инфу мы замечаем вот здесь. Тут у нас изображен тот самый Аегис из дотки и какая-то непонятная книга, на которой виднеется лого Dota 2. Кстати, возможно, Аегис отсылается к тому, что изображенный герой был в пике победителей гранд-финала недавнего инта. Если честно, не помню, так это было или нет, так что можете меня поправить. Далее переходим на вот эту страницу. Тут мы видим сундук, который явно напоминает вот этого вот курьера. Boxhound Courier. Вполне вероятно, что он тоже засветился на все том же инте. Ну и в конце мы можем заметить значок Трифорса на вот этой книженции. А значок этот отсылает нас к игре от Nintendo. Legends of Zelda. Возможно, вы о ней слышали, когда смотрели на ютубчике обзоры новой консольки Switch. Там про эту Зельду только и галдят, больше им похвастаться, видимо, нечем. Кстати, напишите, как вам консолька. Ну и последняя пасхалочка, до которой вы точно вряд ли когда-нибудь доберетесь и которую вы вряд ли видели. И это олимпийские кольца на дайр-базе. Вот так вот. Чтобы их увидеть, вам нужно купить много-много предметов, да так, чтобы они не поместились в ваш стэш и начали сыпаться наружу. Каждый предмет будет появляться в определенном месте, и в результате они образуют фигуру, сильно напоминающую те самые олимпийские кольца. Думаю, сами вы такое не повторяли. На этом сегодня все. Обязательно ставьте лукасы, если узнали что-то новое. Давайте все-таки наберем эти 2000 для следующей части. Ну а также не забывайте подписываться на канал и оставлять комменты, возможно даже со своими пасхалочками, чтобы засветиться в новом ролике. Удачи!